Армянская сторона на сегодняшний день не направляла в секретариат ОДКБ официальных обращений в связи с ситуацией в приграничных районах Сюникской области. Как передает канал 13, об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов. «Никаких документов по ситуации на армяно-азербайджанской границе не поступало», сказал он, отметив, что идут рабочие контакты с армянскими должностными лицами. В частности, сегодня состоялся разговор генерального секретаря Станислава Зася с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которого обсуждалось развитие ситуации в приграничных районах Сюникской области, сказал пресс-секретарь ОДКБ. Ранее армянские СМИ сообщали о том, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к действующему председателю Совета коллективной безопасности ОДКБ, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, дать поручение о незамедлительном задействовании механизма экстренных консультаций с целью координации позиций государств-членов ОДКБ и принятия мер для устранения возникшей угрозы.